Добрый день, дорогие подписчики, гости канала. Сегодня я вам предлагаю связать бутон розы со стеблем. Кого заинтересовал мастер-класс, присоединяйтесь. Будем вязать вместе. Так, свяжем с вами бутон розы. Начнем вязание с лепестков. Их должно быть 4 штуки. Делаем кольцо амигуруми первый ряд. Закрепляем нить и провязываем 5 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Стягиваем кольцо, ставим маркер. Начало ряда. Второй ряд провязываем 5 прибавок. Первая прибавка. Вторая прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Третий ряд вяжем столбик и прибавку 5 раз. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавку 5 раз. Один столбик, второй, прибавка. Один столбик, второй. Прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Пятый ряд провязываем 3 столбика и прибавку 5 раз. Должно получиться 25 столбиков по кругу. 1, 2, 3, прибавка. Один, два, три, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Шестой ряд вяжем 4 столбика и прибавку 5 раз. Один, два, три, четыре, прибавка. Один, два, три, четыре, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 11 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, дальше вяжем прибавку из полустолбиков. Два полустолбика. Прибавка из полустолбиков. Два полустолбика, прибавка из полустолбиков, двенадцать столбиков без накида, один, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Восьмой ряд вяжем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь провязываем 10 прибавок из столбиков с одним накидом. Делаем накид, провязываем столбик с одним накидом. Снова накид, сюда же еще один столбик с одним накидом. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. Шестая прибавка. Седьмая прибавка. Восьмая прибавка. Девятая. И десятая, последняя. Так, дальше провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, он девятый ряд. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Затем провязываем в эту же петлю основания 3 столбика с двумя накидами. 1 столбик. Второй, третий. Сюда же вяжем соединительный столбик. Закрепляем нить воздушной петлей и отрезаем. Кончик прячем на изнаночной стороне. Лишние ниточки отрезаем сразу. Лепесток готов. Вяжем еще 3 штуки самостоятельно. Лепестки готовы. Их пока убираем в сторону. Вяжем чашелистик. Делаем кольцо амигуруми первый ряд. Закрепляем нить. И провязываем в него 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем колечко, ставим маркер. Второй ряд провязываем 5 прибавок. Первая прибавка. Вторая прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Третий ряд вяжем столбик и прибавку 5 раз. Должно получиться 15 столбиков по кругу. 1 столбик, прибавка.
один столбик, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. С 4 по 6 ряд вяжем по 15 столбиков в каждом. 3 ряда провязываем самостоятельно. После 6 ряда каждый листик будем вывязывать отдельно. Так, первый ряд листика вяжем столбик. Следующую петлю прибавка из столбиков без накида. Дальше столбик. Воздушная петля, поворот. Второй ряд. Вяжем прибавку. Столбик без накида. Прибавка. И столбик без накида. Воздушная петля, поворот. Третий ряд провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля, поворот. Пятый ряд. Петлю пропускаем. Вот эту вот. Во вторую вяжем столбик без накида. 1. Столбик без накида. 2. Третий столбик. 4. 5. Воздушная петля, поворот. Это 6 ряд. Петлю пропускаем. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, поворот. 7 ряд, петлю пропускаем, вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля, поворот. 8 ряд, петлю пропускаем, вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Воздушная петля, поворот. Вяжем просто 2 столбика без накида. Воздушная петля, поворот. Вяжем убавку. Воздушная петля, поворот. Так, вяжем столбик без накида. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Отрезаем нить. Вот, закрепляем ее, стягиваем. Кончик потом прячем. Следующий листик присоединяемся в 4-ю петлю основания и также провязываем. Первый ряд. Присоединяем нить. Затем вяжем. Так, закрепляем ее. Сюда же провязываем столбик без накида. Следующую петлю провязываем прибавку. Затем столбик без накида. Воздушная петля, поворот. Второй ряд вяжем прибавку. Затем столбик без накида. Прибавку. Столбик без накида. Воздушная петля, поворот. Третий ряд провязываем 6 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля. Поворот. Четвертый ряд провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, воздушная петля, поворот, пятый ряд, петлю пропускаем, вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, воздушная петля, поворот. Шестой ряд. Петлю пропускаем. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, поворот. Седьмой ряд. Петлю пропускаем. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Воздушная петля, поворот. Восьмой ряд. Петлю пропускаем. Провязываем 2 столбика без накида. Воздушная петля. Поворот. Девятый ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Воздушная петля. Поворот. Десятый ряд. Вяжем убавку. Воздушная петля, поворот. Одиннадцатый ряд вяжем столбик без накида. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дальше нить закрепляем, отрезаем. Кончик прячем. Это был второй листик, лепесток чашелистика. Вам еще нужно провязать таким образом 3 листика. Выполняем самостоятельно. Чашелистик готов. Убираем его пока в сторону. Теперь свяжем с вами листочки. Так, вам помимо пряжи понадобится еще такая вот тоненькая проволока. Давайте приступим к вязанию листочка. Первый ряд набираем цепочку из 11 воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Начинаем вязать со второй петли от крючка. Вяжем столбик без накида, затем полустолбик в следующую петлю, дальше столбик с одним накидом, прибавка из столбика с двумя накидами. Столбик с двумя накидами. Прибавка из столбика с двумя накидами. Столбик с двумя накидами. Столбик с одним накидом. Полустолбик.
столбик без накида, воздушная петля. Сюда же в крайнюю петлю провязываем столбик без накида. Затем начинаем вязать по обратной стороне цепочки полустолбик. Столбик с одним накидом. Столбик с двумя накидами. Прибавка из столбика с двумя накидами. Столбик с двумя накидами. Прибавка из столбика с двумя накидами. Столбик с одним накидом. Полустолбик. Столбик без накида. И соединительный столбик. Это был первый ряд. Берем нашу проволоку. Так, отрезаем где-то 40 сантиметров. Складываем пополам, чтобы она держала форму лепестка. И во втором ряду будем ее ввязывать. Провязываем. Так, делаем петлю подъема. Оставляем небольшой кончик. Дальше провязываем столбик. 11 столбиков без накида. Один. Проволоку увязываем вот так вот. Второй. Третий. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и 11. Мы дошли до крайней петли, где вязалась арочка из столбика, воздушной петли и столбика. Так, провязываем в эту арочку также столбик, воздушную петлю, столбик без накида. Дальше вяжем 11 столбиков без накида. И в конце делаем соединительный столбик. Продолжаем самостоятельно. Третий ряд вывязываем на листике зубчики. Так, провязываем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю. Следующую. Петлю соединительный столбик, воздушная петля, соединительный столбик, воздушная петля. Продолжаем вязать самостоятельно до нашей арочки,
где мы вязали столбик, воздушную петлю и столбик. Так, мы дошли до арочки, провязываем сюда полустолбик. Затем столбик с одним накидом. Три воздушные петли. Одна, вторая, третья. Затем столбик без накида. То есть делаем пико, провязываем его в верхнюю дольку предыдущего столбика с одним накидом. Воздушная петля. И дальше начинаем вязать также зубчики, делая столбик соединительный, воздушная петля. Соединительный столбик, воздушная петля. Вот такой вот листочек у нас получается. Столбик соединительный. Воздушная петля. Продолжаем так вязать самостоятельно до конца ряда. В конце провязываем соединительный столбик. Нить закрепляем, отрезаем, оставляем небольшой кончик, чтобы можно было обмотать небольшую часть вот этой вот проволочки. Для приклеивания пряжи вы можете использовать термоклей или клей-момент. Берете, обмазываете клеем проволоку и наматываете по спирали. Уже самостоятельно, где-то сантиметра на 2 обмотаете, потом можно уже нить отрезать. Так вяжем еще 2 листочка. Все элементы розы готовы. Берем проволоку длиной 25 сантиметров. Закругляем один конец, прикрепляем кусочек синтепона. Затем начинаем прикреплять лепестки по спирали с помощью термоклея. Наносим термоклей на лепесток. Прикрепляем. Вот такой вот бутончик получился. Дальше остальные 3 также прикрепляем самостоятельно. Вот такой вот бутончик у меня получился. Дальше берем чашелистик наш. Продеваем его через проволоку. Смазываем внутри клеем и прикрепляем уже к основанию цветка. Выполняем. Так, я подклеила листики. Чашелистика тоже к основанию цветка. Дальше берем пряжу и обматываем проволоку. Прикрепляя ее сразу на термоклей сантиметров на 8 самостоятельно. Так, нам осталось собрать с вами лепесток из 3 листков. Берем, присоединяем. Так, скручиваем проволоки. Также берем 3 листик. Прикручиваем к основному. Что получилось? Дальше к стеблю прикладываем. Прикручиваем. Обматываем уже ниткой все вместе. Выполняем уже самостоятельно до конца стебля. Так, я закончила обматывать розочку. Дальше разворачиваем листочки. Вот такой вот цветочек в итоге получился. Если сделать несколько штук, то у вас уже получится букетик цветов, которые никогда не завянут. Мастер-класс по созданию розы подошел к концу. Спасибо всем за внимание.